Большой привет! Сегодня хочу рассказать о своем сайте, о заказе с сайта nextdirect.com.ua, который отправляет вещи с Великобритании. Там очень качественные детские вещи, также есть мужские и женские и аксессуары для дома. Делала я заказы из-за детских вещей. И также будет женский халат, я вам покажу. Итак, начнем с того, что все вещи упаковываются вот такой вот пакет, который отправляется с Великобритании. Курьером доставляется вам прямо домой. Этот бесплатная доставка от 750 гривен. К сожалению, скидки, там, насколько я знаю, вообще не бывают никогда в Украине, по крайней мере, на этом сайте. Но все очень качественно и очень красивые модели там продаются, особенно детских вещей. Доставляет курьерская служба Mist Express. Итак, в заказе есть вот такая вот накладная, где перечислены все позиции, которые вы заказывали, и обратная форма возврата, если что-то вам не подошло. Вот такая вот как книжечка. Все вещи запаковываются вот такие вот индивидуальные пакеты. Просто прозрачные, с логотипом и там, где будет написано, что конкретно вы покупали, какой размер, чтобы никто не ошибся. Итак, первое, что я заказывала, это вот такой вот флисовый комбинезончик для своего сына. Здесь размер от 3 до 6 месяцев. Он флисовый, новая коллекция, осень-зима. Идет с ручками, без царапок, на молнии, с кнопочкой, которая прикрывает язычок, и ножками. Итак, комбинезончик очень приятный, очень мягенький, темно-синего цвета, оттенок не совсем передается правильно по видео с облачками. Это с новой коллекции осень-зима. Думаю, что будем в него очень хорошо вписываться. Через некоторое время будем носить с удовольствием. И для сравнения я вам покажу комбинезончик тоже с Next. Но он на размер 3 месяца. До 3 месяцев, потому что у них есть 1 месяц, до 3 месяцев, 3-6 и так далее. И вот насколько это длиннее. То есть где-то примерно на сантиметров 10. Разница в размере. Просто может быть кому-то интересно. Просто я не знаю, насколько в флисовых такая же будет разница, как с хлопковым. Потому что вот это хлопковый, это флисовый. Но другого нечего сравнить, поэтому показываю на вот таком вот варианте. Итак, следующее. Следующий комбинезончик уже идет хлопковый, но он такой утолщенный, как стеганый. Внутри нет никакой подкладки, тот же самый материал стеганый, только как бы по краю с капюшоном уже идет. Тоже на молнии, без царапок, естественно, тоже размер 3-6 месяцев, но и без ножек. То есть одевать сюда надо будет носочки или какие-то ботиночки, не знаю, такие маленькие, мягенькие, тоже заказала, такие в другой раз покажу. Это как такой более выходной вариант, то есть флисовым можно будет там дома быть, если будет прохладно, а это уже такой более нарядный, особенно если одеть какие-то красивые шапочку и ботиночки, думаю, будет очень здорово. Раскрывается он, что удобно, тут тоже молния вот так вот прячется в уголок полностью. То есть вся ножка раскрывается. Я очень люблю, когда именно так раскрываются детские вещи. Это очень удобно их сюда потом ложить. Внутри, конечно же, все очень аккуратно. Нигде нитки, ничего не торчит. Все очень хорошо сделано. Мне нравится. В общем, как я уже повторюсь, Next я заказывала неоднократно и всегда им очень-очень довольна. Конечно, на видео не так выглядит, когда это одеваешь на одеток, это, конечно, очень стильно выглядит, здорово, классно. В общем, оставлю ссылочки на именно эти вещи, чтобы вы посмотрели на них на сайте. И последнее, что вам покажу, это будет вот такой вот халатик, который я заказала себе, тоже с их новой коллекции осенней. Это будет такая лисичка есть, он серенький, очень мягенький, на капюшоне есть ушки. Естественно, к нему идет пояс. Внутри вот эта белая подкладочка только
по краю. И вот снаружи вот такой вот ворс более длинный, а внутри он более короткий, еще более мягкий, нежели снаружи. Он прям очень-очень-очень приятный. Как видите, внутри тоже все сделано идеально. Очень все красиво и качественно. Ушки тоже классные. Здесь крючок, чтобы вешать его. В общем, очень-очень понравился халат. Тоже оставлю на него ссылочку. В общем, обалденные вещи. Так что, кто еще не заказывал с этого магазина, советую присмотреться к этим, к такой одежде. Надеюсь, вам было полезно это видео. Как раз такие вещи, которые сейчас еще можно купить на сайте. Так что заходите, смотрите. Всем спасибо за просмотр и всем пока!